Всем здравствуйте, с вами снова Нейкер. И сегодня мы будем записывать ролик с Саньком. Поздоровайся. Всем привет. И мы будем делать обзор мода на оружие. Ссылка в описании, как его скачать. Точнее, ссылка в описании, ну, для скачивания. А как скачать, будет в конце видео. У нас здесь есть, типа, лайк видео, гранаты и вот такое оружие. Вот, у нас первое это граната. Лови гранату! Вот, стой, стой. Это одеть? В руках задержи, в руках просто задержи. Ребят, давайте начнем с самого простого. Этот пистолет и патроны. Конечно, я не умею патроны пользоваться, но сейчас покажу, как можно. Вот. У нас тут патроны будут считаться, и надо ровно попадать. Возьми ту херню. Вот у нас вот такой будет. Ребят, сам не понимаю, лови как его перезарядить. Ой. А, ребят, знаете, как перезарядить? Надо просто зажать патрон в руке. Вот, держи пистолет. Только на меня не целься. Давайте я вам дальше покажу все оружие. Вот. Только меня не попади. Вот у нас здесь есть АКР. Вот так бежишь красиво с ним. И вот так, например, стрелял. И что вы делаете? Вот это эффект есть у патроля. И можно перезарядить АКР вот так. Вот держи еще АКР. К-18. Чтобы прицелиться, надо присесть. Встань. Выйди, выйди, выйди. Сейчас я перезаряжусь. Анимация есть перезарядки. Ох ты, сволочь. Выходи, выходи. Ты где? Я тебя приселю. Вот так вот. Хочешь? На, держи еще одно оружие. Также у нас, ребята, есть вот такое оружие. Вот так я могу пристрелить его. Снесывает не так уж много. Стой, стой. Ну, оно почти вырубает, но остается половина сердечки. Стой, держи, держи. Только не стреляй мне. Это и это. Только меня не стреляй. Также у нас есть вот такой петушок. Вот так прям целишься и стреляет. Сколько урона дает? Стой, стой, стой. Надо посмотреть, сколько урона дает. Ну, дает с 3 ударов можно вырубить. На тебе еще новое оружие. Вот, новое оружие. Ты не стреляй-ка! Не стреляй, вон новое оружие. У нас есть вот такой дробаш. Такое оружие. Вот, ребят, посмотрим теперь самые снайперские винтовки. Уйди. Давай сдалека попробуй попади. Вот, например, здесь прицел очень неудобный, но можно сгодиться. Дай, дай. Он очень прикольный. Вот. Держи, как это называется? Вот. И у нас последнее осталось АВП. Только не стреляй в меня. Вот, у нас осталось АВП последнее. Вот так целимся. Даже лучше, чем... Вот так прицеливаешься, вот так стреляешь. Смотри, смотри, смотри. Так, раз. Ну, ребята, сейчас будет катер. Но чтобы скачать, ребята, самое главное, посмотрите. Чтобы этот мод, так сказать, скачать и играть нормально, вы должны зайти вот сюда вниз и включить вот эти эксперименты все, прям, да, которые у вас есть. У меня может 5, а у вас может быть 4. Вот, БНТ включаем, и работает только на новых более версиях.
Вот, например, Ben 10, вот так, нажимаете активировать, и вот здесь Actual Guns. Okay. Также работать с этой херней. Ну, сейчас я вам покажу, как это будет скачивать. Чтобы скачать вам этот мод, вы должны включить... А, вы не должны включить Turbo VPN, вы должны дойти ссылку в описании. У нас здесь будет мод на оружие, вот тыкаете сюда, заходите на этот. Вот, Actual Guns, потом листаете вниз, вот это все показано. Нажимаете скачать, и у вас он начинает скачивать. После того, как вы скачали его, заходите в любой проводник. Ищите такое же название. Actual Guns. Тыкаем по нему. И используйте через Майнкрафт. Например, ищите через Майнкрафт, нажимаете Майнкрафт и используйте только в этот раз. Ну, а с вами был Нейкер. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а всем удачи и всем пока-пока.